Всем привет! С вами Пенни Прец. Вы можете помнить меня по стриму такой игрушки, как Эликс, который состоял из одной серии. Но еще я иногда открываю кейсы. Сегодня, собственно говоря, чем мы и займемся. На балансе 250 рублей, это 200 с промокодом, который закинул, плюс, по-моему, что-то оставалось. У нас есть сейчас первый кейс доступен, давай крутанем. Так, ну, на баланс не пролетело, значит, выпал какой-то скин. Ну, за 11 рублей, ладно, пока тебя оставим. В общем, в комментарии мне тут подписчик написал, вот, открой последний кейс из новой коллекции в следующий раз, если удастся, интересно, что там валяется. Ну, в общем, 250 рублей есть, кейс стоит 250 рублей. Ну что, откроем, что же там валяется? Вот, вот я и открываю, открыл этот кейс. В общем, вы можете видеть, что здесь валяется, да? Чтобы увидеть, что здесь валяется, здесь не обязательно его еще и крутить. Поэтому, ну, все. Подписчик просил его открыть, я его открыл. Самый прикольный легион Анубиса. А, нет, еще дикое пламя. Если мне сейчас удастся сделать X2 хотя бы, то я его крутану. Если не удастся, то остановимся на том, что я его просто открыл. В общем, сегодня я лечу в Амонги. Крутим Амонгов, смотрим, как они дают. Кислотный градиент. Ого. Хера себе. Ты че, зеленый? Ты решил извиниться за вчерашние косяки свои, что ли? Не, ну я так-то не против. Ну, вообще. Розовый. Не зря ты, сука, розовый. А ты розовый, и этим все сказано. Вот так-то. Не зря ты розовый. Жертвенность. И желтый такое же говно. И желтый такое же говно. Ну, так, желтый. Красный 55 стоит. Вот подлюка, давай. Ну, давай, крутанем. Так, что тут за мура играет, блядь? Браза, о, аллилуйя. Красный нас окупил на целый рубас, обалдеть. Не, ну так-то мы закинули 200, 236 получили, да, то есть... Так, чё попробуем? Чё попробуем? Попробуем. Чё попробуем? Так, попробуем, знаешь, что мы сделать? Попробуем мы залететь в контракт. А в контракт у нас есть что из контракта? Ну, давай вот эти три скина попробуем в контракты. 44, посмотрим, что превратятся. В 24. 44 превратились в 24. Это чудесно. Это просто великолепно, потрясающе, охренительно, очешуительно, обалдительно. Ладно, давай тогда мы тебя продадим. Давай мы тебя продадим И еще крутанем. Нет, нет, нет. Так, мы сейчас крутанем еще разок зеленчиса. Зеленчиса. Потом попробуем два Амонкаса. Ну, по-моему, это, по-моему, Бобо. Бобо. Бобо-бо. Болубас. А вот это, по-моему, хорошо. Блин, пацаны, у меня же сегодня розыгрыш. Ё-моё, я же должен сегодня разыграть, короче. Я ж сегодня разыгрываю вот эту вот эмочку. Вот эту эмочку. А еще, кстати, у меня проходит воскресный розыгрыш. И все условия по воскресному розыгрышу читайте в описании под видосом. В общем, я копирую ссылку на этот видос. Залетаю на сайт, на который я периодически залетаю. Он, короче, не хочет меня пускать. Ну, все, пацаны, короче, розыгрыш отменяется. Все. Не хочет меня пускать сайт. Он говорит, вали нахер отсюда. Вали нахер отсюда. Ну, ладно, давай. Он, раз он говорит, вали нахер отсюда, то давай крутанем еще разок. Валентность. Хорошо. Тоже хорошо, да? Так, ну, это еще не X2. Это еще не X2. Не, ну по сути я бабки, которые за два дня закинул, я отбил, как бы, но это не X2 там. Так, давай продадим. Продадим. 408. Ты открылся, нет? Ну что с тобой, скотина? Давай перезайдем. Выбрать победителя. Во! Вот что надо было. Надо было перезайти просто. Давай. Давай. Так, в общем, призовое будет одно место. Будет всего лишь навсего один победитель. Всего лишь будет победитель. Ребят, шанс у вас обалденный, потому что количество участников не такое и большое, да? Вот.
А что так долго ты собираешь и обрабатываешь данные-то? Слушайте, по-моему, что-то с этим сайтом какая-то лажа сейчас, блядь, начинается. Это сейчас мне сейчас что там? Все комментарии. А, все, собрался наконец-то. Ну, давайте выберем победителя, а то под сайт что-то у меня тупит. Руслан. Руслан. Даб. Ну, давайте глянем комментарии. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Обалдеть, комментариев. Зачет, огонь, супер. Кто еще не поставил, поставь. Очень жаль, не смог участвовать в розыгрыше, но я надеюсь, удача вернется. Это еще точнее. Окей, окей. Подписка есть и лайк есть. Ну все, Руслан. Руслан, я тебя поздравляю. Ты победитель. Ты забираешь вот эту вот эмочку. А это значит, что тебе под свой комментарий нужно будет скинуть трейд-ссылку. И я отправлю тебе твой скинчик. Все, Руслан, красавчик. Давай, жду от тебя комментария. Ой, комментария, ссылку. Так, все, я все продал. То есть мне, короче, нужно сейчас сделать. Что мне сделать? X2, да? Раз, два, три, ты. Так, давай мы сейчас еще пролетимся по амонгам. По раску, по всем. Амонкасы откроем, посмотрим. Откроем амонкасы, посмотрим, как они дадут. Мамонкасы. Ну, ладненько. Красненький. Краснюта. Краснюта, чем порадует. Дикая моль. Да в рот тебе нормально сыпануло. Ну, я думал, дикая моль дешевле стоит. Давай. Тыш. Мой хороший. Чайка. Так себе. И монг. Монг. Дай что-нибудь там кардио. Да, вот давай не он, не он. Оба. Ахерон, соточка, да? 97. Сколько сейчас есть? 415. Так, ну, давай еще разочек. Еще давай разочек, и сейчас мы сделаем X2, и я открою там тот кейс. Нейронная сеть. 55. Нет, мы не сделали X2. Мы не сделали X2, мы сделали 471. Ну, продаем 6 предметов. Окей, ладно. Чутка там, ну, X2-то у нас, в принципе, было там, что была сотка на балансе, то есть 400 мы сделали. Давай разок открутанем его, посмотрим. А, посмотрим на то, как выпадет мне вот этот сержант, в лучшем случае. Дешевле чего-нибудь сержанта тут есть. Ну, в общем, пацаны. Ох, Доминион Ди. Ох, Доминион Ди. Смотрим, как выпадает мне сержант за 250 рублей. Сайрекс, ну. Не 200... Ну, не окупились, конечно, ну и не сержант. И то хорошо. И то хорошо, да? Не окупились, но и не сержант. Так, мне сейчас надо. Сейчас надо. Вот я думаю, сейчас два раза открыть вот этих. Ну, давай еще два разка посмотрим, что выпадет. Я бы, конечно, хотел бы еще и поапгрейдить. Это нормально должно стоить. Хорошо. Ой, а зачем я из тебя вышел? Давай еще. Ой, давай. Давай быра откроем. И... Так, тебя мы продадим. Тебя мы продадим. Сейчас мы залетим в Сильверюге. В Сильверюге. Так, давай по-бырому наоткрываем. Так, контракты. Три самых говёных суды. Десятка, нормально. Апгрейды. Все, ну что, я сегодня пытаюсь снова 10% поймать. процентов. Ну, два, наверное, вот этих заберем. Заберем, да? Чтобы уж прям не совсем нам... Не совсем нам лузерить. Лузерить, да? То есть, ну, а там... Посмотрим. Конечно, хотелось бы что-нибудь из вот этого бы, из вот этих бы что-нибудь сделать, конечно. 10. Сатен ровно ставим. Разгоняем, разгоняем. Давай, пульс. Ты мне какой-то... То ты мне пульс никак не хочешь заходить прям. А вот сейчас зайдешь. Не сейчас, да?
Не сейчас. Ну давай 230. Ну, давай гидро. Ровно 10 показывает. Ну лады. Ну что, горелочка? Ну что? Опа, сверху остановится, да? Опа, здесь, здесь. Ну это лады, да, сверхновая. Что, ну давай на 500. Давай, давай 500. Давай 500 и посмотрим. Ну, что-то как-то давненько, давненько апгрейды не заходили. Давненько не заходили апгрейды. Даже как-то странненько. Ну, вот эти я выведу, короче. Эти я выведу. Ну. Ну, нет. Нет. Не сегодня. Не сегодня они мне сказали. Сколько по итогу? По итогу 346 рублей. Подожди, а я что-то еще... Ну, нет, у меня 346 рублей. В принципе, окуп. Я вас заберу. Вы мне пригодитесь. Вы мне пригодитесь. Все. Ребята, в общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.